Как видно на записи с камер видеонаблюдения, девушка выбежала на проезжую часть, чтобы сделать селфи на фоне Вантового моста. Однако на трассе разрешена скорость до 90 км в час. Девушка просто не заметила приближающийся автомобиль, а водитель не успел затормозить. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.